вот недавно исполнилось 5 лет. И сейчас для меня работа здесь, в храме, и работа с моим хором и с этими людьми – это неотъемлемая часть жизни, без которой я просто себя не представляю. Поэтому мне очень важно, чтобы все они всегда приходили, чтобы приходили в хорошем настроении. У нас вообще очень хорошие внутри отношения, мы все очень дружные, по возможности всегда помогаем друг другу, подбадриваем друг друга, и никогда не остаемся в стороне от чего-то горя или несчастья, если вдруг у кого-то такое случается. Я думаю, что ребята тоже очень ценят это, поэтому мне кажется, что все вновь прибывшие в наш коллектив, они видят это и всегда рады оставаться здесь. Хотя, конечно, были разные времена, и всегда люди приходят, уходят, есть люди, которые не приживаются в коллективе, но, как говорят многие старцы и люди высокодуховные, что в храме и в монастыре остаются те люди, которые должны оставаться, а те, которые не должны, они постепенно по каким-то причинам уходят. Поэтому вот последние несколько лет у нас сложился очень хороший, добрый, теплый коллектив, и хотелось бы, чтобы так оставалось всегда, потому что очень приятно приходить на работу, очень приятно видеть друг друга и получать удовольствие от того, что мы делаем. Вот так это то, что мне хочется. Слышно, что дыхание, да, может быть, не все совсем удачно, но, по крайней мере, по звучанию это то, что мне хочется. Я уже продумала, понимаете, думаю, может, вторые сопрано с первыми местами поменять. Но, оказывается, надо вообще менять места. А давайте попробуем. Сейчас выберем. А давайте. Эти два. Вот это прекрасно. Давайте, поменяемся. Давайте. Конечно, будет зря потерянное время, но я второй собрала. Ладно, давайте. Ну, у вас нет таких проблем. У вас все в порядке. Первое. Атмосфера в этом коллективе очень сплоченная, дружеская команда, можно сказать, всегда готова прийти тебе на помощь. Большое значение в этом имеет регент этого хора Анна Щеглова. На свои относительно молодые годы она очень талантлива как дирижер и как человек, очень хорошо. Есть дирижеры разные, есть те, которые хотят под власть себе взять хор, или те, которые вообще ничего не принимают участие в этом. Анна Щеглова наделена таким талантом, как она может и строгой быть, и мягкой, заставить хор слушаться и повиноваться. Большое значение имеет то, что этот хор находится под покровом этого монастыря и самого старого митрополита на Украине Никодима. Это, наверное, очень большая благодать. Я лично сам чувствую на службах, как у меня сердце начинает биться, когда Никодим идет в службу и все эти батюшки. Хочу пожелать, чтобы наш хор процветал, долго жил, и чтобы у всех было все хорошо, и Господь благословлял наши все начинания. Довольно-таки продолжительное время. Уже даже как бы трудно посчитать, наверное, лет 8. Вот так вот. Вот. Ну и как бы в принципе застала историю создания именно этого коллектива, который на сегодняшний момент у нас сложился. И хочется, конечно же, сказать о своем любимом хоре очень много добрых и хороших слов. Потому хочется особенно ее внимание уделить тому, особенному духу, который витает над нашим коллективом. Это замечают очень многие люди со стороны, которые мечтали всегда как бы попасть в наш коллектив, и наконец-то их мечта сбылась, и вот они потом рассказывают об этом, что со стороны заметен очень
особый дружный дух коллектива. Это действительно так. Здесь как бы у нас нельзя сказать, что есть какая-то особая иерархия, но, конечно же, регент это наш начальник, наш наставник, самый главный, самый важный. Вот. Но в основном, конечно же, между участниками нашего коллектива царит огромная дружба и любовь и уважение друг к другу. Это прежде всего. И вот, конечно же, благодаря именно этому духу у нас получаются довольно-таки неплохие достижения в музыкальном творчестве, которых мы уже достигли, несмотря на наш молодой такой возраст нашего коллектива. Но это различные поездки, занятия лауреатских мест на различных фестивалях, сольные концерты, которые мы стараемся как бы проводить, ну, хотя бы минимум 2 раза в год. И они собирают уже очень большое количество людей в залах, что очень приятно, что люди ценят и понимают наше творчество. Благодаря этому также в нашем коллективе раскрывается множество талантов. Ну, это прежде всего композиторские таланты, конечно же. У нас уже много очень участников хора как бы попробовали себя на этом поприще и стали писать духовную музыку. Довольно-таки неплохую и даже очень хорошую. И вот больше всех преуспела в этом деле участница нашего хора, это Елена Юнек. У нее мы даже выпустили ее целый диск со всеночным бдением, даже 2. Всеночное бдение и литургия. То есть представьте, вот как человек должен трудиться и как вникнуть в это все, чтобы написать целую служебную последовательность. То есть всеночное бдение и литургия. Ну, конечно же, самая огромная большая благодарность это нашему регенту Анечке Щегловой, которая все это организовала, сплотила нас. И естественно, что все идет как бы от верха. Вся атмосфера между нами в коллективе, все это воспитала в нас именно Аня. Она сплотила нас, сдружила и научила, как бы, как нужно относиться друг к другу с любовью и уважением, и ценить то, что у нас есть. Спасибо. Коллектив обладает единой душой. Вот что я хотел сказать. И о том, как я пришла в этот хор. Это вообще событие совершенно случайное в моей жизни. Ну, точнее, не совсем. Я очень долго стремилась к этому и просилась в хор. И, как всегда, это очень популярное место. И, скажем так, все вакансии всегда заняты и стоят целые очереди. И вот по счастливой случайности вне очереди у меня получилось внедриться в этот коллектив. Чему я была очень рада на тот момент, потому что это действительно среди церковных хоров и Харькова, и Украины, и вообще и СНГ бывшего, да, это действительно достойный хор, который, я считаю, на мой взгляд, можно приравнивать к профессиональным хорам. В первую очередь это и звук, и состав, и возможности репертуарные. Вот. И спустя год, после того, как я уже пропела в этом коллективе, немножечко какие-то вещи более по-иному начинают осмысливаться, более глубже вникаешь в этот весь процесс. И я потихонечку начала, музыку писала еще с детства, но какие-то там бирюльки, что-то такое незначительное. И вот решила себя попробовать на поприще духовной музыки. Ну, вот так и получилось. По крупицам все это собиралось. В итоге вот зимой я начала, и
по-моему, если не ошибаюсь, через год уже мы записали первый диск «Всеночного бдения». Второй диск был ровно через год выпущен, это «Литургия». За что, конечно же, в первую очередь я очень благодарна батюшкам, которые меня благословили на это все дело, потому что именно вот, когда это сверху приходит, гораздо спокойнее писать музыку и как-то даже муза вдохновляет больше. Конечно же, я очень благодарна Ане за высший пилотаж исполнения этих произведений, то есть все, что было мной задумано, заложено, трактовки, звук, нюансы, все полностью она, умничка, исполнила просто очень грамотно. Конечно же, благодарна хору, которые всегда с радостью воспринимают и мою музыку, и любую другую написанную, и очень с большим вдохновением ее исполняют. Вот за это низкий всем поклон. Что еще по поводу нашего хора сказать? Конечно, мы очень гордимся тем, что у нас такая активная творческая жизнь. Это, конечно же, в первую очередь и поездки. Мы это доказываем каждый раз и на всеукраинских, и на международных конкурсах, что немаловажно. То есть это не просто вот какие-то повсеместные мнения, слова, а это действительно доказывает лучшие жюри, члены жюри на разных конкурсах. Жизнь у нас в хоре очень благоприятная, добрая атмосфера, дружная атмосфера. Все друг дружку плечо к плечу, вот. Чего бы дальше и хотелось, конечно же. И, естественно, конечно, все это достигается благодаря Аниной мобилизации такого коллектива. Она вселяет в коллектив дух чего-то сильного, чего-то единого, целого, неразлитного и, наверное, даже хотелось бы вечного. Это волна, это такой глубочайший звук, который окутывает, который просто возносит к небесам. И у меня просто вот, я загорелась этой идеей, я хочу вот петь в этом хоре, причем, какая-то вот такая вот, у меня был порыв. И все лето я готовилась, я пела на тот момент в другом храме, и пришла на спевку, я даже просто вот... Шла и думала, меня не возьмут, но я все равно схожу, поздороваюсь, скажу, все равно вы очень хороший хор, спасибо. Но так получилось, что меня взяли сначала на испытательный срок, потом вот взяли. И действительно, эта атмосфера, которую я тогда почувствовала на концерте, это потрясающе. Я прихожу каждый раз на службу, царит, мало того, что покрегент, так и все певчи, это... Огромные профессионалы, но они, эти люди, они не только большие профессионалы, они еще и очень, очень дружны. И не в каждом коллективе, очень редко так случается. Я просто думала, что я так вот сразу найду столько друзей хороших, такие теплые будут отношения. В общем, я могу сказать, что я просто счастлива, что здесь пою. Спасибо большое регенту, что дала мне такую возможность. Спасибо большое коллегам. Хочется сказать о том, что мне как студенту, дирижеру, будущему хормейстеру, очень, я считаю, полезно петь в церковном именно хоре, потому что пение духовной музыки помогает проникать больше в глубь произведений, в тексты священные, которые освящены уже многими веками церковной истории, и больше понимать смысл всех этих произведений. Вот. И именно пение в церковном хоре дает не просто для профессиональных каких-то качеств какие-то положительные стороны, но и для духовных, то есть пение в хоре делает людей, может быть, лучше в чем-то. Oh,
становятся в одной позиции. Вы поете «Вострою и отдать», их еще и без дыхания. И только согласные буквы добавляем. Хотя в церковном пении участвую уже лет 15, наверное, и мне есть с чем сравнивать. И что я могу сказать, что такой атмосферы, как здесь, в общем-то, где я не работал, не было. Работал в некоторых хорах по полгода, в некоторых по много лет, но вот именно такую атмосферу, и творческую, и душевную, это, видимо, исходит и от архиереев, и от батюшек, и от нашего регента. В очень большой степени. Как-то Аня умеет объединить вокруг себя. Особенно это чувствуется на концертах. Когда все смотрят на нее, и она смотрит одновременно на всех, такое впечатление. Мы все поем, откуда оно все получается, никто не знает. На репетициях так не получается. На концертах получается. Так что очень хороший коллектив. Дай Бог, чтобы он процветал, был еще лучше. В заключение хотелось бы сказать, что мы все вместе, весь хор и я, мы очень любим нашу обитель, наш монастырь любимый. Желаем, чтобы он всегда процветал, чтобы всегда был полон прихожан, чтобы прихожане приходили именно к нам, чтобы всем здесь было тепло и уютно, а всем, всей нашей братии и нашим владыкам, владыке Никодиму и владыке Ануфрию, мы желаем многое-многое лето.